Прадед Сайдкулов Гайнулла Ахмед Шарипович в 1940 году был призван в ряды Красной Армии, а в 1943 поступил на военно-политический фронт, училище, после которого в звании младшего лейтенанта он был отправлен в 321-й стрелковый полк 65-й армии 2-го Белорусского фронта. 8 мая он ощутил всю сладость победы. И еще 20 лет он служил в вооруженных силах СССР. Он был награжден 2 орденами Красной Звезды, благодарственными письмами от Иосифа Сталина и несколькими медалями за боевые заслуги. Это мой герой. Мой дед – это тот, на которого я хочу равняться. Я обязан ему своей жизнью.